Противостоять аферистам можно и не сложа в полиции. Иногда для этого достаточно критично относиться к реалиям жизни. Сотрудники Орловского энергосбыта не ходят по квартирам и не требуют от горожан заменить счетчики. Жители города призывают быть бдительными, дабы не обмануться. Десятки позвонивших на горячую линию компании уже столкнулись с мошенниками. Некие энергосервисные организации ходят по квартирам, представляются, значит, что стоят с нами в договорных отношениях или от нашей фирмы, значит, и требует замены этих приборов учета. У нас все это официально, приходит, пишет заявление, через кассу оплачивает. По словам Леонида Псарева, услуги по замене старого счетчика, установки, пломбировки нового Орловский энергосбыт выполняет. Но делает это исключительно по заявлению собственника квартиры. Орловчане же, прежде чем купить счетчик за 3,5 тысячи рублей, могут позвонить на горячую линию по телефону, который вы сейчас видите на экране, и уточнить всю интересующую информацию.